Сегодня газете «Приднестровье» 30 лет. Ее зарегистрировали 22 июля 1994 года. С юбилеем поздравил президент Вадим Красносельский. Газета «Приднестровье» уже стала неотъемлемой частью Приднестровской Молдавской Республики, архивом летописи приднестровской истории. Горжусь, что за вашу ответственную работу вас можно назвать коллективом настоящих профессионалов. Как газета «Приднестровье» стала неотъемлемой частью страны, смотрите прямо сейчас. Общество, образование, экономика, здоровье, культура и спорт. Вот уже 30 лет, 5 раз в неделю газета «Приднестровье» пишет о важном и актуальном. Менялись рубрики, оформление, дизайн, но цель так и осталась – рассказать читателям, причем из разных стран, о главных событиях Приднестровья и наших людях. Это музей истории журналистики Приднестровья. За несколько лет здесь собрали много уникальных экспонатов. Например, на этой печатной машинке писали свои статьи первые журналисты газеты Приднестровья. Причем она до сих пор в рабочем состоянии. А это тот самый первый выпуск газеты. Как нам рассказали, в частных коллекциях сохранилось всего несколько экземпляров. Первый выпуск издания вышел 1 сентября 1994-го. Что в нем было, рассказал Николай Тимофеев. Он стоял у истоков газеты и был заместителем первого главного редактора Владимира Масленникова. Был выпуск, посвященный Дню Республики, посвященный людям, которые строили эту республику, которые защищали эту республику, которые, как говорится, составляли ядро нашего общества. Газета поначалу она выходила, можно сказать, там раз, два раза в неделю. Дело в том, что технологически, ведь газета начиналась с шариковой ручки и ножниц, клея, и, я говорю, пишущая машинка. Вот на пишущей машинке напечатался текст, да, а потом этот текст приклеивался к этому белому листику, знаете, и рисовалась, как бы, рисовался один номер газеты. Рисовал его самолично Владимир Серафимович Масленников. Ну, готовили все, конечно. А потом этот макет, называется оригинал-макет, он отправлялся в типографию и размножался до необходимого тиража. Тиражи первые были там у нас 4-5 тысяч, потом тираж был 10-12 тысяч. Шрифты, линейки, столбики, иллюстрации. Здесь важна каждая мелочь, говорит главный редактор газеты Александр Карасев. Над выпусками трудится 25 человек. Это журналисты из Тирасполя, Дубасар, Рыбницы, Каменки. А еще есть фотокорреспонденты и верстальщики. Мы установили тесную связь с одной из главных газет России. Это российская газета. Мы тоже раз в месяц публикуем материалы, которые нам присылают с России. Газету можно встретить не только на бумажном носителе, газета во всех мессенджерах. Она и в социальных сетях, и в Вайбере, и в Ватсапе. Мы одеваем, будем говорить, ее в современную одежду. Сейчас за газетой «Приднестровье» в соцсетях следят более 10 тысяч человек. В планах покорить и ТикТок, а еще добавить новые рубрики. Задача коллектива редакции, меня как главного редактора, добиться того, чтобы газета была народной, чтобы в газету писали не только корреспонденты, профессиональные журналисты, но люди разных профессий, люди разных национальностей, люди разных возрастов, чтобы она была интересна. Читать газеты – это стильно. К своему юбилею газета «Приднестровье» проводит фото- и видеоконкурс. Принять участие может каждый. Главное условие – чтобы в кадре обязательно был один из выпусков газеты. Свои материалы присылайте на почту издания или в телеграм-канал. Итоги подведут в начале сентября. Победителям – бесплатная подписка на выпуски.